вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены институцией страны. Ну, безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО, он, безусловно, это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности. Масштабное перемещение вооруженных сил Украины и различных подразделений различного характера осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик. Что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки. Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. И, безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ и за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов.